микрофону забыл, поэтому плохо идет. Всем привет, друзья, с вами Любомир Борода, и у нас сегодня мёр. Это тренировка CrossFit из серии Герои, посвященная лейтенанту ВМС США Майклу Мёрфу. Начата эта традиция была в Штатах, в памяти о погибших войнах. Все знают, какая ситуация у нас политическая и, в принципе, нестабильная в стране. Плюс город Николаев, достаточно много воинских частей. Насколько я знаю, только в одной 79-ке там уже больше 70 человек погибло. Каждый из вас наверняка знает кого-то там, морпехи у нас, нацгвардейцы, все ребята имели потери в своих рядах. Если кто-то знает таких ребят, если у вас есть эти знакомые, пожалуйста, сегодня, когда вам станет тяжело, ну, помните о них и давайте додавите до конца, доделайте то, что мы сегодня затеяли. Милю бега, 100 отжиманий, 100 подтягиваний, 200 отжиманий, 300 приседаний и милю бега. Мёрф 2019. Печаль. Такая вот брутальная тренировочка. Сегодня ровно год, как я вообще пошел в спортзал. С перерывом на операцию, реабилитацию. Еще есть, конечно, нюансы, что спина болит, травмированная нога давно. Вот. Но все равно за этот год я уже чувствую, стал себя намного лучше. И очень хочу в следующем году, ровно через год, принять участие в этой тренировке. Пошел. Накатывай зорочки, накатывай. Все, всем спасибо за внимание. С вами был Любомир Борода. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки. Ну, дизлайки здесь ставить в таком ролике стрёмно. Вот, до новых встреч. Всего вам самого хорошего. Занимайтесь спортом. Саныч, я так думаю, он будет абсолютно не против. Я говорю, он будет абсолютно не против. Конечно, нет. Все, вон туда фото. Фото на память. Сейчас добежит человек. Нет, а ты пофоткаешь, сейчас мы будем встретим аплодисментами, как последнего бегущего. Так. Раз, два, три. Тебя не видно. Давайте, раз, два, три.
Варианты вот.